Всем привет! Сегодня мы решили приготовить карася. Нас угостили, мы решили попробовать запечь его в духовке. У нас карась вот такой вот большой, икра, о, дайте-ка, соль и перчик. Ну и сметаной мы украсим сверху его. Для начала мы сделаем надрезы вдоль хребта. Конечно. Да. Я знаю, ты хочешь помочь. Все хорошо просолим. И сверху, и снизу, и снутри. Бать, ну я тут тебе ничего пока не могу дать. Обязательно внутри хорошо надо просолить, чтобы рыба была соленая. Все это дело поперчить. Обычным. Также перчим и солим икру. Выкладываем нашу икру в рыбу внутрь. Лист смазываем маслом. И укладываем сюда нашего карасика. Теперь сметана. Самое главное, рыбу не переворачивать, чтобы у нас вот запеклась она сверху вот так вот все. Это будет очень вкусно и очень красиво. И все. В принципе, все готово. Остается отправить в духовку. Бетти. А, Бетти? Сюда. Будешь, нет? Ты какая ленивая, а? Да, она и сметаны хочет. Ставим на 180 градусов по времени
примерно 20 минут. Вот у нас новый духовой шкаф. Жена подарила мне. Теперь будем в нем готовить много выпечки всякой разной. В разогретую духовку поставим на 180 градусов примерно 20 минут. Но мы будем, конечно же, смотреть все и проверять, как приготовиться. Может, даже меньше нужно будет температуры, времени. Поэтому будем все проверять. Для начала мы поставим разогреться ее. И дальше продолжим, когда уже разогреется духовка. Наша духовка разогрелась. И мы ставим ее. Я сейчас поставлю таймер. Так, стопэ. Надо убрать решетку. Я поставлю таймер на 20 минут. Ну и буду смотреть уже во время приготовления, что да как. Все, поехали. Все, наша рыба приготовилась. Я еще добавлял время. В общем, по времени вышло 35 минут. И температуру уже практически в самом конце, за минут 10, наверное, добавил на 220 градусов, чтобы вот такая вот корочка появилась красивая. Сейчас будем ее вытаскивать отсюда. Надеюсь, получится, рыба большая. В духовке в этой первый раз готовили. Надеюсь, у нас все хорошо получилось. Так. Чуть-чуть прилипло, но ничего страшного. Сейчас вилочку. Давайте посмотрим, что у нас тут с икрой. Не знаю, видно, нет? Настя, видно? Тут у нас икра вот здесь вот. Рыбка он сейчас отходит. Сейчас на вкус попробуем. Вкусно очень. Правда, очень вкусно. По соли. Хорошо, не сильно соленое. Ну и на вид. Конечно, да, вот это надо было обрезать. Хвостики. На вид так-то красиво. В принципе, можно на праздничный стол подавать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!